Кубок Казахстана собрал в одном из шымкентских вузов интеллектуалов из 13 регионов нашей страны по Тогуз-Кумалак. Среди участников состязаний как любители, так и именитые спортсмены республики. Среди них и лидер Южно-Казахстанской области по Тогуз-Кумалак Сабит Сапарбеков. Как признается парень, борьба за титул чемпионов предстоит нелегкая. К этим стартам я тщательно готовился, но результат подготовки будет известен только в конце соревнований. Надеюсь, что победа останется за мной. Борьба за главный трофей страны проходит по личной швейцарской системе. Главный судья соревнований Айнур Жакапаева считает, что популярность Тогуз-Кумалак в нашей стране растет с каждым днем. Если раньше основоположники, родоначальники Тогуз-Кумалак можно было назвать Джамбульскую область, Южно-Казахстанскую область, которая занимала лидирующие позиции, последние 5-6 лет очень бурно развиваются северные регионы, западные регионы. Поэтому сейчас уже говорить, что та или иная команда сильнее, нельзя. Итоги Кубка Казахстана по Тогуз-Кумалак и имена победителей будут известны в ближайшие дни.